Память, долг, честь. В преддверии праздника 9 мая представители Великоустюгского поискового отряда «Память» организовали акцию, в которой могут принять участие все желающие. На протяжении всех военных лет музыка вселяла оптимизм, укрепляла моральный дух на фронте и в тылу. Исполнялись разные песни, от классики до современных на тот момент композиций. Они живут и сейчас. Мы все знаем, как наши советские солдаты боролись, в каких тяжелых условиях проживали, защищали нашу родину. Ну и, естественно, без поддержки родных, близких людей, простых людей, им было бы сложно победить фашизм. В годы Великой Отечественной войны кто-то, как я уже говорил, воевал на фронте, ну а кто-то в тылу помогал, поддерживал наших солдат. Ну и вот такой поддержкой были музыкальные коллективы, народные коллективы. Принять участие можно как и индивидуально, так и целыми коллективами. По словам организаторов, не обязательно обладать великолепными навыками вокала или игры на инструменте. Главное – вложить в песню душу. Для того, чтобы присоединиться к акции «Песни Победы», нужно выбрать любую военную песню, отрепетировать ее, после чего записать исполнение на видео и выложить в социальные сети с хэштегом «Песни Победы». Это не конкурс, здесь не будет победителя и проигравшего. Это флешмоб, к которому сможет присоединиться любой желающий. Самое первое видео под хэштегом «Песни Победы» появилось в социальной сети от самих организаторов. Николай Дурапов совместно со своим сыном исполнили песню «От героев былых времен». Нет в России семьи на том, где б не платил свой герой. И глаза молодых солдат с фотографией увяжем глядя. Идея появилась буквально спонтанно, просто посидели, подумали с сыном, давайте исполним что-то такое, давай решим. Долго мы, правда, ее реализовывали, исходя из различных моментов, различных ситуаций. И в итоге буквально за день записали, на следующий день записали видео, смонтировали и выложили. Ну и время подобрано не случайно, как я уже сказал, что именно перед 9 мая. Организаторы создали эту акцию для того, чтобы привлечь устюжан и жителей других городов к большому проекту. Итогом его станет общее исполнение песни «День Победы» на 9 мая. Татьяна Меркурьева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».